С очередным визитом в Чебоксары прибыла делегация из Китая. В Доме правительства обсудили ход реализации иностранных проектов на территории Чувашии. Какие решения были приняты на совещании, узнала наша съемочная группа. Делегация из Китая прибыла в Чебоксары, чтобы еще раз уточнить условия и методы реализации 5 их проектов. Строительство агропарка, реконструкция Московского моста, создание сервисных центров по реализации перехода с традиционного топлива на газ и другие. Один из вопросов интересовавших гостей – это квота иностранной рабочей силы. Мы заботимся за вот сколько вот зарубежных рабочих сил можно разрешить получить визы, или, но это надо вот подтверждать. Это для нас это очень важно. Далее перешли к работе китайских строительных компаний в Чувашии. Обязательное условие для них – изучение всех строительных норм, правил и критериев, действующих на территории России. Ежегодно мы строим порядка 850-860 тысяч квадратных метров жилья. Очередность у нас в республике на сегодняшний день составляет порядка 77 тысяч человек. То есть, естественно, потребность жилья, она существует. Все проекты будут реализовываться на территории Чувашии поэтапно, как отметил глава города Леонид Черкесов, путем от простого к сложному. Поэтому пока приняли решение начать с агропарка, выделив под него 100 гектаров земли. С участком еще не определились, но, возможно, его подыщут в Мурпасадском районе. И если проект будет успешно завершен, то реализация последующих не заставит себя ждать. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.